Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт сильной маски, которая поможет остановить процесс выпадения волос. Я думаю, выпадение волос – это проблема, которая волнует многих. Поэтому давайте приготовим сильнейшую домашнюю маску на основе семян льна. Эта маска поможет напитать волосы полезными веществами, вернет им силу, блеск, эластичность и справиться с выпадением. Для маски потребуется 100 грамм семян. Также потребуется нам 300 миллилитров воды, 2 яичных желтка. Яичный желток содержит жиры, витамины, микро- и макроэлементы, соли, кислоты. Яичный желток хорошо укрепляет волосы, избавляет от перхоти, стимулирует рост волос, предотвращает их выпадение. Также потребуется 1 столовая ложка лимонного сока. Обладатели темных волос боятся, что лимонный сок высветляет волосы. Но в этом рецепте не такое большое количество сока, да и другие компоненты маски смягчат, то есть нейтрализует это свойство лимона. Чтобы приготовить маску, помещаю семена льна в емкость, заливаю водой и поставлю на огонь. Когда вода закипела, я сделала маленький огонь и буду варить, пока масса не загустеет. Но она практически уже готова. Буквально еще минутку прокипит и я выключу. Я остудила полученную массу и процедила ее. Получилась вот такая вот киселеобразная жидкость. Это как раз то, что и надо нам. Это будет основой маски. Теперь в эту массу добавляю 2 желтка. И 1 столовую ложку лимонного сока. И буду все тщательно смешивать. Ну вот, все тщательно смешалось. Получилась однородная масса. Вот так она выглядит. Маска полностью готова к использованию. Наносить маску нужно на вымытые влажные волосы и на кожу головы, наносить густым слоем. Затем надеть шапочку для душа. Можно использовать пакет. Сверху утеплить, обернуть полотенцем. Держать маску не меньше часа. По истечении времени тщательно промыть волосы теплой водой. Шампунь использовать не нужно. Такие процедуры лучше делать курсом. Раз в 5-7 дней, в течение 6-7 недель. Но уже после 2-3 процедур вы заметите результат, и он вас порадует. Поверьте, что домашние маски могут справиться с проблемами не хуже дорогостоящих косметических средств. А я вам желаю всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Спасибо, что были со мной. Пока.